Хотел поговорить об одном, а на глаза попалась мне совершенно другая история, о которой нужно срочно, на мой взгляд, поговорить, чтобы впредь такое не повторялось. И людей не обманывали, а самое главное, не наживались на их трагедии. Информационный портал Москва онлайн msk1.ru написал 8 сентября, я просто ну, не встречалась мне раньше эта история, Статью, которая называется Подписи сдал Делаю сквер Шатунова в Москве. Поклонники певца пересорились, пытаясь увековечить имя кумира. Обвинения в адрес друг друга начались после встречи возле могилы легендарного певца Ласкового мая. Напомню, у Юр 6 сентября, день рождения, а статья от 8, ну, видимо, журналисты побывали как раз в этот день, в день рождения Юры, тоже вместе со многими поклонницами и поклонниками на могиле, видимо, на Тройкуровском кладбище. И здесь вот как раз, будучи на дне рождения Юрия Штунова, они стали, наверное, свидетелями журналисты того, что поклонницы начали рассказывать о том, что их якобы обманули со сбором средств для нового фонда. Почему еще раз хочу э, заострить на этом тему. Во-первых, здесь речь пойдет о юристе, вот что пересекается с моей тоже одним из профилей моей деятельности юридические адвокатские услуги и так далее, да. Вот. А второе то, что меня тоже не проходит дня, чтобы кто-то не написал, как я зарабатываю бабла много на этом деле и что я тут Прям, будучи став каким-то блогером, сейчас тут нереальные деньги зарабатываю. Еще раз, сразу быстренько скажу. На этом деле я ни копейки не заработал, но уже достаточно много потратил. Почему? Потому что поездки, передвижения, съемки, потеря времени, самое главное. А каждый час это незаработанный, это деньги потраченные, да, соответственно. Я сейчас этому много времени посвящаю. Не потому, что у меня в этом есть какая-то материальная цель, а потому, что меня, как и многих из вас, не отпускает эта тема. Умер человек, которого я лично знал при странных обстоятельствах. Как человек, который, ну, просто, с одной стороны, близок к различной расследовательской деятельности, пусть даже и общественной, неофициальной, не да? А с другой стороны, как человек, который тоже вырос вместе со всеми на этой музыке, на этих легендах, с этими людьми, я не могу пройти мимо, но ну, не отпускает меня до сих пор. Поэтому не пытайтесь меня оскорбить или уличить в каких-то заработках, повторю, в российском сегменте YouTube отключен, отключена монетизация. А также нет рекламы. Я никаких донатов не собираю, никакого спонсорства, никаких перечислений, ни криптовалют, ничего. Абсолютно. Только делаю все возможное, трачу свое время и деньги на то, чтобы с этой историей продвинуться немного вперед, сделав ее прозрачнее, понятнее. И чтобы, но ну, это действительно... Тема немножко начала отпускать не только меня, но и всех. А пока не разберешься, она не отпустит. Итак, поклонники Юрия Шатунова опасаются, что на памяти умершего певца начали наживаться. Они рассказали, что один человек собирал деньги, а затем нагрубил соратницам и вовсе умер. Но сам юрист говорит, что он на самом деле сам потратил деньги, чтобы увековечить имя кумира миллионов и обвиняют его не по делу. Вот видите, прям как пересекаемся мы прям с юристами, аферистами. Корреспондент МСК1.ру выслушал обе стороны конфликта, который разгорелся после встречи на кладбище у могилы солиста Ласкового Мая. Как чувствовал, как вот предчувствие про Мемориальные доски про кладбище. Только вчера сделал материал, и тут у меня на следующая тема. Не отпускает. Мне прям вот прям подбрасывает информационное поле. Вот какие-то специально, что ли, эти все материалы, чтобы я читал и, наверное, хоть, хоть доброе дело для кого-то сделал, хоть отвел кого-то, деньги кому-то спас, а может быть и больше, чем деньги. Итак, деньги на фонд Юрия Шатунова. Во время поминок Юрия Шатунова на Трекуровском кладбище пришел мужчина. Ой, уже капец, капец просто. Прийти на кладбище, чтобы что, собирать деньги, что ли? Представился юристом и объявил сбор подписей на присуждение певцу звания народного артиста России. Так, сразу комментировать или после, кстати, давайте лучше сразу, наверное, да? Короче, на 40-й день на кладбище пришел человек, он показал нам бумаги, сказал, что он юрист, что собирает подписи на народного артиста. Мы ему поверили, рассказала поклонница Шатунова. Вот, видимо, фотографии женщины, девушки, которая, видимо, участвовала в этом процессе сбора средств передачи на увековечение памяти Юрия Шатунова. После смерти Шатунова развернулась широкая кампания за присуждение певцу этого звания. Поклонницы кумира рассказывают, что с начала сентября они сами собрали 5000 подписей и отнесли их в государственные органы. Ну, это я уже комментировал, конечно. Но еще разок, коротко для тех, кто не видел. Значит, э, по поводу народного артиста. Если вам юрист какой-то говорит, что он сейчас собирает деньги и подписи, название народного артиста присуждения, гоните в шею этих эфиристов. Потому что не может нормальный профессиональный юрист начинать историю своей деятельности со сбора средств, а главное с непрофессионализма. Потому что перед тем, как собирать или организовывать какие-то проекты, какие-то делать петиции и сбор подписей, нужно сначала разобраться, что такое присуждение звания народного артиста. Народный артист по закону присуждается только живым людям. Никаких посмертных в законе нету возможностей присуждения звания для того, чтобы было присуждено звание народного артиста, должно пройти очень много времени и сбор определенных системных данных. Сначала получают деятели искусства и культуры заслуженного деятеля. И это звание присуждается также по факту процедур, которые прописаны в законе. Необходимо чтобы ходатайствовала какая-то организация какая-то, работающая в этой сфере. Желание, желательно это, чтобы была там государственная, муниципальная. То есть официальная организация должна походатайствовать, собрать определенное количество по списку бумаг, где там перечисляются заслуги, к какому мероприятию, что, как было сделано, почему может быть тот или иной деятель считаться заслуженным. После того, как собраны эти данные, происходит там ряд, естественно, процедур, которые рассматривают комиссии, комитеты, разбирают, действительно время пришло, действительно заслужено и так далее. То есть проходит это время, присудили народного, чтобы получить. Порой проходит между этими званиями присуждений между первым и вторым, между заслуженным и народным, порядка 10, а у некоторых и 20 лет, сотни, а то там и тысячи могут быть мероприятий и, и различных концертов, и различных э, огромных как, каких-то событий, в которых участвовал значимых и знаковых для государства, или, допустим, для регионального какого-то значение, большие вещи, чтобы государство признало тебя действительно уже еще на ступеньку выше народным. И все эти звания присуждаются живым людям. В законе не прописана процедура присуждения посмертно этих званий. А этот юрист приходит на кладбище к женщинам, и мужчинам, которые эмоционально голые просто сейчас стоят перед ним. Просто они вот, у них трагедия. И он вот в это, пользуясь этим случаем, приходит на кладбище для того, чтобы им их обмануть. Но это просто жулик. Затем, как говорят посетительницы кладбища, мужчина создал беседу в WhatsApp на 14 человек. Но хорошо, пока это не криминал, да? Создать беседу, собирать подписи, как бы это еще не самое страшное. Но опять же, собирает подписи под чем? Под тем, что врет, что народного артиста можно присудить посмертно. Уже со лжи начал. Либо он никакой не, не профессиональный юрист, а действительно просто шарлатан или жулик -аферист. Теперь речь пошла о фонде. Поэтому чат он назвал фонд Юрия Шатунова. Деньги, по словам поклонниц, шли на поездку в Оренбург и членские удостоверения. Господи, какая бредятина. Девочки, мальчики. Вот для того, чтобы создать фонд, недостаточно в WhatsApp написать слово фонд. Фонд это не коммерческая организация которое создается в соответствии с законодательством Российской Федерации, есть определенные процедуры создания некоммерческих партнерств, некоммерческих организаций, фондов, благотворительных организаций и так далее. Чтобы создать фонд, необходимо провести учредительное собрание, на котором будут избраны руководящие органы, на котором будут определены цели и задачи, на котором будет принято решение о создании фонда, на котором будут приняты учредительные документы, в которых будут прописаны цели и задачи данной организации. выберутся органы управления, пропишутся другие процедуры, каким образом принимаются в, данном, в данной организации решения, каким составом, в какой численностью, в каких пропорциях и так далее. После чего все эти документы, естественно, проходят голосование, кто за, кто против, сколько, если все процедуры соблюдены. Эти данные подаются в Минюст, подаются в соответствующие органы, где тоже рассматривается все, проходят процедуры. И если вы все делаете в соответствии с законом, то выдается э, соответствующее разрешение, свидетельство о государственной регистрации фонда или там некоммерческой организации, на основании чего вы можете открыть счет, э, должны вы вставить на учет в налоговые органы, в органы юстиции и так далее. Все эти учредительные документы везде в соответствующем образом предоставить. Только после этого вы, открываете себе счета, берете печати и, соответственно, принимаете решение, каким образом действует данная организация, на какие средства она действует, пожертвования, спонсорские, либо на членские взносы. Если на членские взносы, вы должны также на общем собрании провести и определиться, в каком размере, с какой периодичностью эти средства будут собираться, членские взносы. И так далее то есть вы это все прописываете сначала принимаете опять своим собранием общем и только потом у вас начинается вся эта процедура когда вы в соответствии там с вашими принятыми э, документами раз в месяц там или раз в полгода или раз в год переводите средства остальные средства оформляются как дополнительные спонсорские средства и так далее все это прописано, каждая процедура, каждый шаг, соответственно, фиксируется, регистрируется, направляется. Денежные средства также фиксируются, проводятся, на какие средства, на какие нужды собираются. И потом проводится контрольно-ревизионная комиссия, проверяет, как эти средства расходуются, куда тратится и так далее. Все это уже давным-давно, тысячу лет прописано. А здесь пришел на кладбище, назвал фонд. И здрасте, да? Ну, конечно, это кошмар. Он говорил, я создаю фонд Шатунова, мне нужны деньги, чтобы сделать вам удостоверение. Ну, конечно, начинается, значит, фонд у него с того, что вам удостоверение вручить. А без удостоверения вы что? Вы не можете попасть куда? Для чего? Друг друга узнать не можете или что? Или у вас какое-то закрытое мероприятие, куда пропускают только под удостоверением? Ну, ребята, ну тут вот прям вот, ну я не знаю, к бабушке не ходи, в лес не ходи, карты Таро не раскладывай. Ну, ну, каждый шаг прям афериста феристович а? И мы опять отправляем ему деньги. Ну а вы, малышки мои, вы ну, просто наивные курочки, извините за выражение. А? Кто по тысяче отправлял, кто по полторы. Девочка шесть перевела. Я две тысячи, добавила женщина. Жалко мне вас, девчонки, конечно. Но с другой стороны, вы здесь, еще раз повторю, просто были эмоционально безоружны, вы, конечно, с добра хотели, конечно, вы хотели для Юры сделать это все, и не были готовы к тому, что придут аферисты и будут вас на деньги раскручивать. Но продолжим. Мы связались с юристом, про которого говорят женщины. Это журналисты пишут. Он рассказал, что начал заниматься подписями за присуждение Шатунова звания народного артиста. По его словам, удалось собрать более 4000 подписей. Да хоть хоть 400 миллиардов триллионов сексиллионов бы он собрал этих подписей. Это все ни о чем. Никакие подписи не изменят законодательство Российской Федерации. Есть процедуры, тоже соответствующие, для того, чтобы внести поправки в закон Российской Федерации. Принимаются они Государственной Думой в трех чтениях. Также потом одобряют Советом Федерации, после чего изменение или новый закон, законопроект, подписывает и одобряет президент Российской Федерации. Эти процедуры длятся от нескольких месяцев, это быстрое прохождение, до нескольких лет. Никакие законы вот так вот по щелчку ради Юрочки, вы хоть обсобираетесь этих подписей, не будет это целая лоббистская история когда занимаются продвижением какого-либо законопроекта целые партии фракции организации общественные которые длительное время занимаются чтобы хоть что-то поменять в законе хоть как-то подкорректировать а вы думаете поплакали собрали подписи и вам на тебе присудили народного причем присудили народного э, поперек закона изменив закон, но ну, это вверх, конечно, наивности. Ну, ладно, тоже вас осуждать нельзя. Вы юридически не все подкованные люди, поэтому... Самое главное, вот этот -то товарищ, это же он представился юристом. То есть он вот на каждом шагу, понимаете, ложь и обман. Вот прям сознательно. Потому что, опять же, про то, что собирает подписи для Народного, зная, что Народного не присуждают, Собирает подписи, зная, что они никакой юридической силы не имеют. В общем, ну просто вот разводила конченой. Да, я начинал заниматься шутуновым. Этот вот товарищ, значит, рассказывает. Я приехал на 40 дней, нашел группу женщин, и они мне помогли. Да, мы собрали подписи, я отдал их в Министерство культуры и администрацию президента, рассказал юрист Юрий Новиков. Тут даже имя, фамилия есть. Вон как. Ага, молодец. Министерство культуры, администрацию президента. Куда еще направил? В ООН. Ну вот просто пыль в глаза девчатам он пускал, конечно. Изображал бурную деятельность, чтобы они поверили во что-то. Ну а самое главное, если начинается любой фонд, организация и так далее, не с постановки целей и задач, не с идей, ради чего собрались люди, а со сбора денег, то сразу напрягитесь, пожалуйста. Вероятность того, что вас просто разводят на бабки, как говорят, 99 к 1. Итак, Юрий Новиков действительно ездил в Оренбург. Он утверждает, что на свои деньги купил мемориальную доску, ну еще один с мемориальной доской. Ну так и тогда у меня вопрос. А зачем ездить в Оренбург? У нас мемориальные доски только в Оренбурге, что ли, продаются? Давайте почитаем дальше. Я договорился с администрацией Оренбурга и Оренбургской области. Будем вешать мемориальную доску. Я ее заказал и оплатил. Не оплатили, а оплатил. На свои деньги, естественно, уточнил новиков то не абзац, то просто сквозит афером уровня просто, знаете. Вот давайте так, вы не только на кладбище у Юры можете встретиться с подобным. Я вот прям представляю таких. Это вот микроразенщина такая, когда он наверняка в каком-нибудь сером костюме, дешевом, с галстуком, обязательно с каким-нибудь дипломатом, портфелем или папочкой, в галстуке производит вид для людей далеких там от э, чиновников полиции вроде как э, делового, даже нет, не делового, важного человека пытается произвести. Не сомневаюсь, что у него там какие-нибудь э, фейковые есть звания, ордена и все остальное прочее, а он разбрасывается вот этими всеми вещами для того, чтобы произвести впечатление на неокрепшие умы. Людей, далеких от всех этих вещей и тонкостей. Итак, у меня сразу вопрос. А с кем он из администрации Оренбурга договаривался? Можно мне, пожалуйста, фамилии, звания? Давайте я спрошу у него несколько прям вот наводящих вопросов. Где, когда и у кого он был? Э -э, в Оренбургской области, тем более. Вот -э -э. он очень мне интересно. Я вам скажу сразу. Вот таких товарищей там на порог не пускают. Вот такими вещами может разбрасываться только человек, который ну, разговаривает с явно людьми неподготовленными. Ну ладно, я продолжу. Помощь потребовалась при возвращении из Оренбурга и отправили, по словам юриста, совсем небольшие суммы. Я вообще пока не понял, зачем он ездил в Оренбург. Мемориальную доску? И для этого ездить надо? Ну, туда уехала обратно не на что. И тут он начал просить денежки, что ли, скинуться. Так, что он тут пишет? Мне звонят из Оренбурга и говорят, что нужно привести правоустанавливающие документы, изменить ходатайство заявлений, поставить печать и подписи. На дорогу обратно оставалось 10 тысяч. Я пишу в группу. Я выезжаю. Некоторые девич девочки изъявили желание скинуться по 500, по 1000 рублей, чтобы я уехал. Вопросов ни у кого нет. По билетам я отчитался, объяснил юрист Новиков. Ну, отчитайся и мне, юрист Новиков. Где ты такую нашел сумму за 10 тысяч из Оренбурга вернуться? А самое интересное, что за правоустанавливающие документы ты предоставил? Что за такие документы ты предоставил и кому? Какое ты там ходатайство менял? Какие печати и подписи? У вас созданный фонд в чате WhatsApp, и ты рассказываешь девочкам про какие-то печати и подписи. С, наверное, с огромными гербами, наверное, как, как у вас у аферистов и положено, да, чтобы произвести впечатление максимально? Ого! А здесь прям уже даже проект мемориальной доски он организовал. Здесь воспитывался и начинал свой творческий путь ⁇ Кумир трех поколений Шатунов Юрий Васильевич ⁇ Легенда ты не навсегда в наших сердцах. Ну, девчонки, мальчишки, тоже скажу, что такую историю, вот там я приложу тогда скрин вам, организовать тоже не, не проблема. Если бы он уже изготовленную мемориальную доску показал, еще куда не шло. А вот чтобы вот такую штуку сделать, вы можете скинуть текст и фотографию усопшего, не обязательно Юры, любого человека, вот, и просто сказать, что вы хотите заказать там памятник, мемориальную доску или еще что-то. Ну и вам через какое-то время просто дизайнеры скинут несколько проектов на выбор, каким бы вы вариант хотели видеть. Но ему скинули вариант, и он вам показал эту вот скрин. То есть э, мемориальной доски самой я не вижу. Да и самое главное, самое главное, чтобы изготавливать мемориальную доску, вопросов нет. Это может любой за свои денежки прийти и изготовить. Но чтобы повесить мемориальную доску, нужно опять же пройти по процедурам. Целый ряд задач выполнить, согласовать с муниципальными или государственными органами, в зависимости от того, кому принадлежит здание, на котором собираются э, вешать мемориальную доску. У меня друг занимается в Оренбурге этими вопросами системно, но он этим занимается уже десятки лет. У него благотворительный фонд. Евразия они занимаются очень тщательно увековечиванием всех наших знаменитых людей, переделывают, делают новые, открывают памятники. Музей, о котором вот я давайте теперь отдельно расскажу прям в следующем ви э видео. Музей делают. И я, кстати, его там ему и предоставлю слово. Игорь Храмов, вы увидите, замечательный человек. Я больше скажу. Наверное, с полгода назад целую книгу они выпустили большую книгу, так и называется мемориальные доски Оренбургской области. Это, это целая история, там, где прописывает он процедуры, каким образом, какие организации должны подавать и имеют право подавать на то, чтобы в муниципалитет или в регион подавать как раз заявление, ходатайство, собирать соответствующие, проводить собрания. Подписи. Там целая процедура. Это просто по щелчку не делается. И тоже это не одним днем. Вот эти вот его писульки про то, что он там съездил и со всеми договорился, я говорю, вот таких чудиков на порог не пускают. Это вот он вам может, конечно, лепить. В администрацию не зайдет, ни города, ни области. Вот у порога зайдет до охраны, а дальше привет. Ездить для этого в Оренбург не треба. Итак, Юрий Новиков добавляет, что женщины могли перепутать группу, в которой собирали деньги. Ой. Они путают. Есть еще одна группа, ее возглавляет Лиза. Она есть и у меня в группе. И ей сбрасывали деньги на поездку в Оренбург. Сергею Кузнецову. То есть отправляли деньги ей, не мне. Это отдельная группа. Пусть не путают. Заверил новиков. О, да у вас там целая команда, группа работает. Кто на что там деньги собирают? Сергею Кузнецову, оказывается, деньги собирали на поездку. Туда или обратно? Или туда и обратно? Да сорос в основателем фонда. Хотя бы фонда в кавычках ставьте, что это фейковая история, ну, основателем фонда. Фанатам сложно примириться с утратой любимого певца, а тут им, как они говорят, показали документы. Там что-то походу, что-то какой то то ли ходат, ходатайство, наверное, или что-то какое-то печати. Ой, ну подписи, ну, конечно, там накружат. Ох, я вот этих товарищей прям вот чую на заверсту. Они, наверное, там во всех возможных и невозможных состоят организациях. И они и казаки, и какой-нибудь орден святой Анны Петровны из Олеветы Раменской. И какие-нибудь, наверняка, они там себе звания присуждают, и графья, и все остальное. Это вот, тут, которые вот все ордена вот такие вешают на пол груди, это вот как раз из этой истории. Любят друг другу эти звания давать и все остальное. Ну, естественно, если организации создаются, то там печать не печать, а просто там сплошной герб на пол страницы. Подписи у них такие царские, что мама не горюй. Ни один президент себе такую позволить не может. После поездки в Оренбург, где в юношестве жил Шатунов, между фанатами певца и юристом произошла ссора. Что же он в Оренбурге-то делал, я вот не пойму, а? Он говорил, вы ничего не делаете, только лежите. Господи, какой деятельный мужик-то. Требовал так, будто мы обязаны. Вы в таком фонде, а ничего не делаете. В каком таком фонде? фонд юриста-афериста. Я ответила, мы все работаем как пчелки, чтобы этот фонд содержать. Рассказала пришедшая к могиле Шатунова женщина. Девчонки, я сейчас заплачу над вами вообще, ну вы что творите, а? Блин, вам походу Господь Бог наивности сверху отвесил чересчур много. Ну котята, ну что же вы такие Ай. Девчонки пишут, это типа он рассказывает: у тебя 9 миллионов на Стеллу есть, а она одна, работает, двое детей, денег таких нет. А он говорит: Ну ты мне нафиг не нужна здесь. <пух> это просто жесть, а не статья, конечно. Не-не-не, статья хорошая, просто то, что там творится, жесть оказывается. Вот уберег меня от посещения этих всех историй. Чё творят, а как, как людей бедных разводят, а девчонки, пчелки с... работают, детками, а эти твари у них еще и деньги вырывают, а это вот это вот у него по ходу цель-то была какая. Он 9 миллионов собрать хотел, да, с вас. Думал, наслушался, что у Юры... Армия миллионная, думал, сейчас прибежит ему, как накидают миллионов на строительство Стеллы. Девочки, держитесь подальше от этих товарищей. Это вот, знаете, Пугачева замечательную песню пела про вас. Ах, какой был мужчина. Ну, настоящий. В данном случае не полковник, а юрист. Вот, походу, вы прям вот повелись на какого-то Юрий Новиков рассказал, что у него был общий чат в мессенджере, который он покинул. Он еще их и кинул, покинул, а. Мной была создана группа ⁇ Человек 15 ⁇ Я их потом удалил. То есть они ему деньги скинули, а он потом их взял и удалил. Каждый а, удалил. Они остались без меня. Ну надо же какой герой, а. Собрал деньги и гордо покинул корабль. Каждое утро приходят смски. Вот, мне приснился Юра, и так далее. Надо делами доказывать, а не этими вещами, объяснил юрист. Сука, как говорится, как таких вот земля носит, а? Девчата страдают, искренне переживают, а он их еще и поругивает еще и деньги собирает вот сволота а. юрист также объяснил что для фонда требуются вложения фонда имени с.м.с.ок угу. я не могу всех приобщать к фонду при создании фонда есть учредительные взносы затраты на открытие расчетных счетов это я не придумал, это закон, сказал Юрий Новиков. Угу. Да, только где-то и когда его создавал фонд -то этот, товарищ Новиков. Вот не идет же к мужикам, да, поговорить к серьезным. Предложил бы он такой. Ну да, по-хорошему, да, ну вот тему-то он им действительно предлагает. Такую правильную, хорошую, каждая девочка, которая любит Юру, хотела бы поучаствовать в том, чтобы как-то свою частичку отдать тепла, доброты или там копеечку в том, чтобы его память осталась на памятник, на какие-то еще вещи. Но фонды, допустим, было бы правильно, да, уж если и создавать какие-то фонды, все понимаю, в долгосрочной перспективе тема правильная могла бы быть, в том числе, возможно, там на системный поток можно поставить э, увековечение в разных городах и странах, допустим, там улицы, присуждение звания там каким-то школам, каким-то э, учреждениям, там домам детства или еще чему-то опять же, там какие-то системные можно там раз в год проводить, допустим, мероприятия, э, например, там концерт памяти или какие-то фестивали памяти, учредить какие-то конкурсы Юрия Шатунова и так далее. На это, естественно, нужны средства, но по-хорошему для этого нужно привлекать людей по-настоящему близких и знающих, например, того же самого там директора Кудряшову, допустим, там, естественно, пригласить там супругу, возможно, людей там близких, которых работал, конечно, должны войти сюда были бы там, возможно, представители там власти, крупные деятели культуры и так далее, искусства, но то есть, чтобы это была действительно солидная, прозрачная организация, созданная правильно, с хорошими, правильными целями, задачами, которая бы действовала, а не начинала свою деятельность вот с такого копеечного сбора средств. Ай. Учредительные взносы — это вот липа-липовая просто девчонки вас на деньги разводят. По словам женщин, сайт созданного юристом фонда не открывается, но юрист якобы твердил, что они не туда заходили из-за банальной опечатки. Короче, девочки он, я так понимаю, поставил такую тему «Я начальник, ты дурак», да? То есть вы просто настолько дуры такие, да? Плачете, переживаниями делитесь, денег мало даете. Да еще настолько тупые, что даже в сайт попасть не можете набрать правильно. А он такой герой. Девчата, ну, гнать таких надо в самой поганейшей метлой. Ну а сам Юрий Новиков утверждает, что на данный момент никаких, никакого сайта фонда нет. Ну конечно, потому что сайт сделать тоже стоит денежку. И денежку, и время. Он по смс не создается сайтик. Вот чтобы так собрались, нажали на кнопочку и сайтик появился. Этим тоже занимаются ребята. Айтишники, время на это надо. Опять же, если сами не умеете делать, то денежки надо заплатить кому-то. Просто, ну вот, я не могу, вот это реально разничено в плохом смысле слова. Мы можем проверить лишь страницу организации, которую он представляет. Сайт юридической компании доступен. Ну, хоть что-то. Хотя, пофиг на эти компании толку-то. Речь-то идет о фонде, а не о какой-то юридической компании. Так, Юра умер в 03... 15. Это что такое? В ходе конфликта одна из поклонниц певца якобы начала требовать от юриста объяснений. Но тот, как заявила сама женщина, отказался с ней общаться, сославшись на то, что не знает ее лично. То есть деньги безналично принимать он может от кого угодно, независимо от паспорта, гражданства и личного знакомства. А как объясниться и доложить, куда денежки пошли, так ему нужно тут персональное знакомство. Может быть, даже еще и на Брэдершафт выпить надо, прежде чем объяснить, куда деньги потратил. Итак, он сказал, какая ты? А, кто ты такая? Я тебя вообще не знаю. Прикинь, те, герой какой. Бабки собрал и нафиг всех послал. А я ведь сразу сказал с первой строчки Афирюга конченый. А я же деньги сдавала, а они с моей карточки приходили, возмутилась женщина. Ну, девчонки, ну, ну это называется через опыт взрослеем, умнее. Извините, конечно, ну я понимаю, что он очень на вас произвел впечатление, но. В любом случае, вы, кстати, можете подать на, его, на него заявление в полицию. Элементарно. Пусть его проверят на, по факту мошенничества. Причем, я вас только умоляю. Я вас только умоляю. Не нанимайте для этого нового юриста. Потому что новый юрист-аферист с вас снова за написание заявления какого-нибудь возьмет еще денег. Все, больше ни копейки никому. Просто приходите в полицию. Рассказывайте историю, даете объяснение, и они сами подгоняют под ту статью, которую ему можно инкриминировать. Не надо больше никому только не платить, не обращайтесь. Просто, если считаете нужным вернуть деньги или хотя бы наказать, сразу идите в полицию, обращайтесь и говорите, что вас обманули. Под обманом, соответственно, собрали деньги с вас, пользуясь вашим доверием вот, на нужды, которые, соответственно, не собирались реализовывать. Это чистой воды мошенничество. Уголовная статья. Итак, Юрий Новиков говорит, что действительно не знает женщину, которая рассказала о нем на кладбище. Господи, вообще у людей ничего святого нет, а? На кладбищах они ходят, это все проворачивают, бабки зарабатывают. Это вот такие вот жулики мелкие, паксные, понимаете? Я вам скажу, вы их просто Просто важно знать, потому что вы их можете встретить не только на кладбище, да, в следующий раз. Вот такие товарищи, они, знаете, как стервятники, прилетают туда, где много людей и где боль. Я не знаю, допустим, в какой-нибудь дачный кооператив, где там передел собственности идет и какое-нибудь собрание проходит. Или управляющая компания какая-нибудь в ЖКХ, где там проблемы, там смена компании идет. Они тут как тут ждут, когда у людей проблемы, они тут сейчас денежки заработают. Вот. Или еще на каких-то вот подобных историях, типа обманутые дольщики и так далее. Вот тут они, серые костюмчики, появляются шу-шу-шу и сразу начинают выцеплять самых наивных и денежки тянуть из них. Поэтому вы таких можете встретить в любом месте. Будьте готовы и не отправляйте ничего, многократно не пересоветовавшись, не подумав. На эмоциях никому никакие деньги не переводите. Никогда. В итоге поклонницы, по их словам, начали требовать свои деньги назад. Наконец-то, девчонки, правильно. После этого Юрий якобы... После этого Юрий якобы умер. Прямо в день рождения Шатунова, 6 сентября. Ух, водевиль, капец. Вот, девчата, вам не скучно там, конечно, живется, а? Вот настоящий полковник, конечно. И тут его жена сегодня утром... И тут его жена сегодня утром нам объявляет. Он умер в 3.15. Она Соратница, другая поклонница Шутунова, начали обзванивать всех, в том числе подругу их семьи. Подруга сказала: Девчонки, все нормально, он живой, говорит женщина. Господи, какие копеечные аферисты, блин! На троекуровском кладбище были слышны предположения о том, что это была неудачная шутка. Сам юрист снова о смерти... А, сам юрист слова о смерти комментировать не стал. На следующий день... Не получилось у него слинять по-тихому, да, типа... Умереть. Собрал там 15 тысяч и умер. Ох и пляжный жулик, елки палки На следующий день в истории о наживе на памяти Юрия Шатунова начали происходить странности. Женщины объединения фанатов Шатунова начали говорить, что все хорошо. Наталья, одна из поклонниц Шатунова, в переписке рассказала, что создатель фонда, ну, в кавычках фонда, ладно, давайте ставить уже, товарищи журналисты, в кавычках фонда, нет никакого фонда. Все же не пропал. Какой молодец, вернулся, все-таки подумал, что можно еще там что-то поиметь с вас. Я уже общалась с ним, Вроде он никуда не пропадал. У нас с ним есть проект... У них с ним еще проект есть. Ну, конечно, он же не все еще деньги вытянул-то. У нас с ним есть проект, детали которого я не могу разглашать. С проектом все идет ровно. Это подельница его, что ли, заверила Наталья. Еще одна женщина Ирина еще до нашего разговора с Новиком подтвердила, что с ним все хорошо. Все с ним хорошо. Он жив-здоров, лаконично ответила Ирина в мессенджере. Но слава Богу, девочки, хоть мужик здоров. Так, а это. Знаете, вот сердце. даже вот, и Доброе огромное сердце. сердце, вот у меня фраза, да, Видим какие-то что... вот девчата тоже, не знаю, они имеют к этому отношение лент, но ну, что-то они на, на кладбище, да. видимо, а там перед это... глазами проходили и давали взгляд. тоже а интервью какое-то. Так, рассказать... а, рассказывать подробности она отказалась. Ну, это вот та, у которой все ровно, все чистенько, ровненько, и проект у них движется, но он очень... Секретный, коммерческий. Но на всякий случай денежки скиньте. Вот, вас, может быть, в тайны секрета посвятят после перевода денег. Я пока не готова. Всему свое время, написала Ирина. Ну, ничего, готовься. Так, книга памяти. Так, юрист Юрий Новиков подтверждает, что у него есть амбициозные проекты. По его словам, он хочет договориться о создании сквера памяти певца Юрия Шатунова. Все про... амбициозные проекты. Где-то мы это уже слышали. Так, так, так. Где же мы это слышали, амбициозные проекты? Наверное, в книге «Золотой теленок». Помните, да? Угу. Будут вселенную бороздить. Все проекты есть. У меня все идет нормально. С Оренбургом нормально. Что там с Оренбургом-то нормально? С Собяниным нормально. С Путиным, наверное, у него тоже нормально. И с Генсеком ООН тоже нормально. И с самим, наверное, Господом Богом со всеми перетер. Вот мужик, в отличие от вас, пока вы лежите, делами занимается. Со всеми уже перетер по поводу сквера. До Путина дошел, а вы там лежите все, девчата. Итак, это отступление. Это вот как раз те комментарии, с которыми я смотрю телевизор и читаю статьи. Я вас сегодня помучаю, конечно. Так, такого еще формата у нас не было, но не знаю, может быть вам будет он тоже. Так, все проекты есть. У меня все идет нормально. С Оренбургом нормально, с Собяниным нормально. В Минкультуру и администрацию президента я нормально сдал подписи. Туда сдал 4225 подписей и туда сдал. Все нормально. Ряд граждан это моя идея была. Решили взять у Собянина сквер или парк, чтобы люди ходили не на кладбище, а в сквер, рассказал юрист. Ну, все у него нормально, а вы тут переживаете. Кидайте бабок ему, и все будет у него нормально. Ага. Вот это, наверное, как раз ходатайство с кучей, наверное, подписей, что ли. Сейчас я прочитаю. Батюшки, он нашел название. Даже адрес администрации правильно. И Сергей Александровичу Салмину даже написал все правильно. Ничего себе, мужик! пользоваться умеет интернетом, зашел на сайт города Оренбурга и правильно все списал, и адрес, и имя, ну тут главы, главы администрации города Оренбурга, ну ладно. Вот. А сам он президент МООООООО, право, и все с больших букв, все на капслоке, естественно, все по максимальному. Новиков Юрий Владимирович и телефон вот, пожалуйста, вы можете ему даже писать. Больше скажу, вы можете даже к нему поехать в гости. Юридический почтовый адрес. Московская область. Геораменское. Село Никитское. 19 дробь 7. Походу, может быть, какой-нибудь таунхаус там или какая-нибудь домик с квартиркой или еще что-то. Там вот он зарегистрировался. И вот он какой. От 9.08 что, в августе получается, что ли, за месяц до этого тут от ходатайства, читаем ходатайство. Уважаемый Сергей Александрович, Московскую областную общественную организацию содействия и защиты прав граждан. Ух, прям еще бы на 20 строчек бы название этой организации, и прям вообще классно было бы. Так, обратились несколько тысяч граждан Российской Федерации. Прям вот в эту организацию обратились прям тысячи граждан. Чтобы что? Это что организация что-то решает, чтобы в нее обращаться? Откуда эти тысячи граждан знают про сельскую организацию? о о о о право. Ну не знаю, ну ему так хочется. Он верит в то, что тысячи граждан Российской Федерации, Москвы и Московской области вот. Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Бурятия, Липецкой области, Ульяновской области, а также поклонники других регионов. Прям все кинулись в село в Раменском районе, а? Прям какое оказывается, знаменитая эта организация у него. Обращение данных граждан предусматривает три позиции в отношении кумира трех поколений. Чего же вы с этим трех поколений кумиром то а? российского эстрадного певца солиста группы ласковый май юрия васильевича шатунова так читаем какие тут три позиции это он мэру пишет причем вот сразу я вас сразу вот для тех кто на будущее если вы видите вот такие вот письма где капслог встречается где вот эти вот а один абзац одним шрифтом, другие другим. Это выделено, это жир, это все. Это вот нестабильно неуравновешенные граждане. Я вам сразу даже скажу больше. Вот такие письма попадают сразу в стопочку городские сумасшедшие. Потому что вот такие вот писульки пишут это вот, вот эти вот товарищи с серых костюмчиках с папочками, с кучей всяких значков, удостоверений, с самим собой написанные. Вот, поэтому увидите такое прям даже некрасиво составленное э, заявление или ходатайство, сразу имейте в виду прям вот подозрение, пусть у вас так ёкнет сразу, что-то э, ненормально. Итак, первое, сбор подписей для Министерства культуры РФ и на имя действующего президента РФ Путина присвоении звания народного артиста Шатунову посмертно, посмертно звание не присуждают. И Путин этими делами заниматься не будет. Но и Министерство культуры уже давно всех послало с этим вопросом, сказав, что читайте, граждане Российской Федерации, законы Российской Федерации, да прибудет с вами мозг. Второе установка мемориальной доски, а это он вот, вот зачем он это вот, ну, Соломину, то есть главе города пишет вот это вот, зачем вот это вот, про сбор средств, а, про сбор подписей на министерство, это вот что это, это что такое? Это вот он, к чему это ему пишет? Что, что должен глава города, прочитав про это, что он должен сделать? Какое решение принять или что? Вот, вот это вот для чего? Это вот он с этим письмом якобы ездил в Оренбург, чтобы, чтобы что? Так, второе. Установка мемориальной доски на здание школы-интернат номер 2 города Оренбурга в присвоении данному учреждению имени Ю.В. Шатунова, как его образцового выходца и воспитанника. Бум-бум. Юра бы сейчас, конечно, сердечко ёкнуло по поводу образцового воспитанника, выходца образцового. Угу. Умолчу, а то сейчас как опять накинуться. Ты что, льешь грязь на Юрочку? Юрочку школу не закончил, но он был сам по себе умный ребеночек. Учился плохо, но он просто гений-гений-гений. А ты, Евгений, грязь на него льешь, говоря, что он школу не закончил. А уж про образцовая мы знаем, как он учился хорошо. Ну ладно, это можно тут накидал. Короче, он тут по поводу установки мемориальной доски на здание. Опять же, что? Что он его информирует или что? Что здесь? Он просит его решение принять. А почему он должен решение принимать он, когда здание министер... а, относится к Министерству Оренбургской области, оно является полным учредителем дома интерната номер два? Чувак тоже даже не, ну, короче, вот так как он разводил, он даже не удосуживался ничего узнавать, кому что, какие права принадлежат, ничего. Это же он по большому счету не главе города это все писал, это он все пыль в глаза вам пускал тем, с кого он имеет денежки. Вот поэтому здесь полная пурга. Это письмо просто вот я говорю дрянь, которую можно прям сразу э, кладут, вот получают даже вот кто-то присылает, потому что столько народу неадекватного обращается депутатам, в органы там и так далее, просто которые сидят с утра до ночи там, пишут всякие там заявления, сидят в этих в колпаках из фольги, вот, и пишут, расписывают, как их там за ними там то следят, то охотятся, то они там какие-то, недовольны и так далее, в общем. Поэтому сразу стопочка отдельная, городские сумасшедшие. Здесь, я думаю, то же самое. Если он и направлял, хотя вот это вот письмо можно было направить по почте заказным, по интернету и так далее, в интернет приемную. Вот. Но ему же надо эту бумажулечку было свозить в Оренбург. Конечно, у него же, видимо, времени и денег много для того, чтобы... А, я забыл, деньги же ваши. Ну тогда можно, да, конечно. Итак, третье. Казать содействие нашей организации совместно с аппаратом губернатора Оренбургской области в направлении ходатайства на имя мэра города Москвы Собянина Сергея Семеновича о выделении сквера или парка для установления мемориальной стеллы. Памятник в скобочках. Как популярному эстрадному певцу трех поколений. С уважением, заранее благодарны. То есть он едет в Оренбург, чтобы что? Попросить мэра города Оренбурга, какой-то непонятной, неизвестной ООО организации, походотайствовать к мэру? Да я вам больше скажу. Не то, что вот этого клоуна. Не то, что к мэру. Его на порог мэрии на Тверской 13 не пустит. А по большому счету, я вам больше скажу по секрету, если захочет мэр Оренбурга просто так встретиться с мэром города Москвы, с городом регионального значения, то мэр Оренбурга будет очень долго стоять в очереди. И причем не один день для того, чтобы встретиться а, с мэром города Москвы я думаю, очередь может это у него на пару месяцев растянуться, а то и больше. А когда очередь дойдет, то вместо мэра с ним встретится какой-нибудь руководитель или зам департамента с вопросом, что вы хотели, по какому вопросу, расскажите нам, и мы потом уже, соответственно, доложим Сергею Семеновичу. Поэтому вся эта клоунада про то, что у него все нормально и с мэром, и с Собяниным, и с Путиным, и со всеми, это рассчитано только на совершенно людей, не ориентирующихся во всей этой истории. Боже ж ты мой, боже ж ты мой, концепция скульптуры. Это он еще и заказывал. Ну, девчонки, тоже вас огорчу. Эти вещи тоже вы можете в организации, которые отливают памятники, делают из бронзы и других предметов, стел и так далее. То же самое заказать. Вы отсылать, можете даже не отсылать фоточку, просто сказать кому что как. Если это известная личность, они сами найдут фоточку. Ну и соответственно вот это, это просто сделанные дизайн макеты для того, что видите, вот как раз я как говорил вам несколько штук, да. Все и вам присылают, вы выбираете, и, видимо, вот он уже пробивал, сколько будет стоить, дизайн заказал. И ему там сказали, вопросов нет, отольем 9 миллионов рублей. Ну да, так и написано, проект памятника Юрию Штунову, которым поделился юрист. Ну вот, аферист по-большому хотел сыграть, на миллионы позариться, а в итоге его там... Прокатили, девчонки, несколько тысяч скинули. Молодцы. Так, юрист обвиняет другие группы в разведении интриг. Так тут еще и интриги, скандалы, расследования. Просто НТВ отдыхает. Остальные группы интриганы. Они к нам отношения не имеют. Они хотят вступить к нам в фонд. Да что же вы без кавычек-то пишете. Но я их не беру. Фонд будет зарегистрирован только 20 числа. Тадам! Что это следовало доказать? Никаких еще фондов нет, никаких регистраций, ничего. Не знаю, интересно, сейчас зарегистрирован, нет? Можно посмотреть. Хотят они быть участниками? Пускай приходят. Конфликты? Вот где есть. Были две мадамы с Телеграм. Я им сказал, что если они будут собирать деньги якобы на Кузнецова, я им запрещу это делать, потому что он их пропьет. Какой заботливый юрист, а Кузи хоть кто-то позаботился, а? Вот ну хоть кто-то. Наконец-то, вот оградил Кузю от денег, молодец. Я так сказал, но травлю СК. СК в скобочках, это Следственный комитет Российской Федерации. По факту мошенничество. Ох, как мошенники мошенничеством угрожают. Это прям опасная опасность какая. Страшно, а? Вот они и делают палки в колеса. Сам Юрий Новиков слышал о случаях мошенничества. Он не только слышал, но и сам организовал, но неважно. На официальном сайте певца Юрия Шатунова написано, что от лица окружения певца никто деньги не собирает. Козлы какие ему поляну всю испортили. Он только деньги собрать хотел, а ему тут бах и пресекли. Семья Юрия Шатунова официально заявляет, что никого из них нет в социальных сетях. И они не занимаются никакими сборами средств и денежных пожертвований. Остерегайтесь мошенников! Я тоже вам громко скажу. Говорится в сообщении. Менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов не знает о возможных случаях мошенничества. «Я от вас это в первый раз услышал. Не знаю я, что делать», — ответил Кудряшов. Об этой непонятной истории стало известно в день рождения Юрия Шатунова, когда у его могилы собрались десятки человек. Мы публиковали репортаж, наполненный любовью к певцу и болью от его утраты. Поклонники Шатунова собираются регулярно, и близкие певца даже опасались, что кто-то вскроет его могилу. Ай, на поминки легендарного певца люди приезжали из далеких городов, и возле могилы плакали даже мужчины. Представляете, мужчины тоже плачут. Также читайте о том, что фанаты Шатунова требуют признать его народным артистом России. Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала msk1.ru в нашей группе ВКонтакте. Ну, спасибо, ребята. Даже не жалко вас прорекламировать. Прекрасный, прекрасную статью, конечно, вы выдали. Очень интересную. Вот как я ее раньше не видел. Прям даже интересно. Ну, в общем, что мы можем на этом канале? На этом канале мы можем только информационно пытаться предупредить людей от возможных потенциальных ошибок и встречи с подобными мошенниками. Берегите себя, берегите свои кошельки и свои денежки. И специально для вас дефицит.